Здравствуйте! Хочу вам сегодня показать новинку в моей коллекции, которую приобрела этой весной. Называется UV Феникс, сорт Юлии Озерской из Санкт-Петербурга. У меня это растение живет где-то уже 2,5-3 месяца, то есть по возрасту, ну, меньше полгода, я думаю, ему, может быть, месяцев 5. Черенок уже вырос в молодое растение. Горшок 0,7 литров. Давайте сначала покажу вам его цветы. Вы знаете, камера его делает ярче. Я, честно сказать, когда видела на фотографиях, ну и все время вижу очень часто на просторах интернета, что вот он такой очень яркий. Такой прямо яркий-яркий, я думала, как шокинг оранж. Но такие цвета очень сложно передать так, как они есть. И поэтому вот на тон, если не на 2 тона, берите бледнее. Вот я сейчас смотрю в камеру он очень яркий. Он в жизни не такой яркий. Я вам хочу просто показать. Вот у меня есть кустик Шокинг Оранж, чтобы вы понимали. Видите, какая разница? Какой яркий. Вот Шокинг Оранж, он действительно такой вот почти алый даже. А Феникс не такой вот, как Шокинг Оранж. Видно, да, оттеночек? Но очень интересный цветок. Как только Юля его выпустила в сорт, я прямо тогда возбудилась, увидев его, ну, вот тогда 2 года назад, и прямо захотела. Меня, конечно, остановила тогда цена, а сейчас его уже можно купить. Я его обменяла. Нравится вот этот градиент, розовые лепесточки по краям. И такая апельсиновая серединка, цветок махровый, очень узнаваемый сорт, индивидуальный. И вот раскрытие, полное раскрытие цветочка никоим образом его не портит. Наоборот, вот он чем больше стоит на солнышке, тем, мне кажется, он больше рыжеет, что ли, проявляется градиент. Он немножечко вот такой вот лохматый. Шапка сейчас почти уже полностью раскрылась. Вот в камеру смотрю, наверное, да. Сейчас, кстати, неплохо передается его цвет, очень даже хорошо. Такой вот спокойный оранжевый цвет по центру. Если его сверху, ну, в общем-то, тоже вот такая вот шапка. Неплохая шапочка у него. Если оценить в целом кустик, вот посмотрите. Видите, какие пропорции у него? Шапка практически такая же, как и зеленая часть кустика. Очень он компактно растет. И я вам хочу показать. Он не вертикально растет, он растет горизонтально. Очень хорошо раскустился. Сейчас покажу вам. Видите, самостоятельно, без прищипок. Вон сколько внизу у него всего растет. Очень много и здесь веточек. В общем, это сорт, который умеет самостоятельно ветвиться. И видите, сколько цветоносов уже он мне выпустил. Конечно же, это молодое растение. Если оно вырастет на следующий год, то будет побольше, конечно же. И надо смотреть. Ну, и еще хотела вот показать вам его рост. Смотрите, вот измеряю от стола. Вот 35 сантиметров его рост целиком.
То есть очень компактный сорт. Ну, это гибридный занартик. Листья с зоной. Но она не такая яркая, но она есть. Вот. Он у меня жарится на солнце. Я его ничем не притеняю. И вот на солнышке он такой очень даже компактный. Мне понравился этот сорт. Красавец. До свидания.